руки. Болеет у нас. Филька не понимает, что он маленький. Изломал всего котенка. Вот он прячется от него. Дома хороший. А чего у тебя нос-то грязный? Где ты нос-то вымазал? Вот теперь стараюсь не подпускать Фильку к нему. Выгоняю его днем на улицу. Бедный, просто он тут и хромал. И берешь его на руки, а он прям весь, вот видно, что ему больно. Дурила-то, сам-то здоровый уже вырос. Да, мой золотой. Да. Бедненький. Что, сейчас вот полы буду мыть. Полы все изгваздали. Ну, кто мучает котенка маленького? Где твоя совесть? И ты пришел. Дай ему-то. Бабушки, кругом коробки с бусинками. Я же переехала к Алинке в дом жить. И все с собой вот тащу. Где должна обувь стоять у меня коробки? Доброе утро. Еще вон солнышко не взошло. Я умыться умылась, но еще сонная. Ну вот, новый день. Птицы летают. Гранат совсем пожелтел. Надо посылки отправлять. Это уже и треснутые есть. Надо снимать их, конечно. Ну вот, это все, что я напилила. Еще доску длинную старую распилила. И теперь надо эти ветки куда-то за дорогу утаскивать. Вот такая наша жизнь. Пошла прогуляться. Я не помню, вам говорила или нет. Вот этот дом строит женщина. Сама приезжает на велосипеде и работает. Обалдеть. Вот теперь мне пригодится насос-то. Спасибо, Марина. Кабася. Вот может быть кто-нибудь скажет, вот делать ей нехрена. Она тут эти ветки пилит. Так дело в том, что покупаешь дрова, и тебе привозят вот такие же палочки. И на помойке ни одной досочки нет.
Ни одного ящичка. Тут люди дрова ценят. Ну ладно, надо другие дела идти делать. И ты пришел. Ой, 6 ноября ложимся мы с Алинкой в больницу. Симферополь, Всемашка. Должны были нас еще положить 23-го. Ну, все как всегда. Сколько бутончиков роз. А у меня подруга прилетает из Мурманска 6 ноября. А теперь оказалось, что 6 ноября нас только положат. И что вот получается? Человек прилетает на 2 недели. И чем она будет заниматься? Кормить моих животных? Сторожить дома? Вот это отпуск! Мало того, что и так ей летом не дали отпуск. Прям вот... расстроилась, не могу. Она-то молодец такая еще. Смеется. Да ладно. Чего да ладно-то? Ну ладно, посмотрим. Я жду рыбки, она же рыбки привезет мурманской. А хурма издалека, как мандарины. Вот, вот такое огорчение у меня. Мы с ней хоть виделись в апреле, мы когда в Мурманске были, но все равно. Вон какой распускается. Да, с этой клиникой одни проблемы. Интернета там, конечно, нет. Это надо сейчас наснимать несколько видео. Алинка их смонтирует. Отправим младшей дочке в Питер, чтобы она, ну, выкладывала видео, пока мы будем в больнице лежать. Но, ну, подснимаю Симферополь. Правда, Симферополь-то и не знаю совсем. Знаю только аэропорт, Ашан и Симашка, больницу. Скоро распустятся. Я вот не знаю их названия. В Севастополе там дяденька мне сказал, что они дубки называются. Не знаю, какие дубки. Господи, они все в какой-то тле. Ой. Вот, так что полазию по Симферополю, подснимаю. Ну, посмотрим, что получится и как оно сложится. Что, домой хочешь? Ты маленького мучаешь. Вот сиди на солнышке, на сушилке, на ковриках. Вот так вот. И ты пришел попозировать, вышь моя. Ой, не могу. Артисты из Погорелого театра. В сторонку отошел.
Он и солнышко появляется. Ну, а я пока с вами прощаюсь. Пока-пока. С вами было хорошо.